7 июля 2018 год, Харьков. Это гигант. 8:35 по Киеву. Бесконечно длинное общежитие. ХПИ, по-моему. Аж до молодежного парка. На Пушкинская. Пушкинская на Лермонтовскую, ну, по-моему, наиболее логичный поворот. Сам собой напрашивающийся. Запорожец, ничего себе. Ой, как хорошо в центре города в выходной день. Ивана Купала, сегодня Ивана Купала. Ох, что-то у нас грохочет. Этого нам только не хватало. Да, наверное, стоило пойти мне по Дарвина. Памятка архитектуры житловых будинок, початок 20-го столетия.
Лермонтовская 20. Но это точно не он. Может, фотография на паспорт. Они всегда неудачно выходят. Игорь Ковач. Ну, как я и говорил, не Лермонтов. Педагогичный лицей. О, вот с этого здания вид будет открываться просто шикарно. На всю Салдовку будет обзор. И на северную. Так, что там у нас? Пятилетие Великой Победы студентами, школьниками, сотрудниками Народной Украинской Академии. 10-й год. Да, сейчас уже Россию упоминать как-то и язык не поворачивается. Земля из города Героя Москвы, Поклонная гора, доставлена студентами факультета бизнес-управления. Кто бы знал, как оно повернется. Земля из города Героя Ленинграда. Пискаревское мемориальное кладбище. Да. Из города Героя Киева. Минска. Да, Харьков у нас не город-герой. Трижды его пытались освобождать. Ну, то есть в третий раз удачно. Надо посмотреть с этой стороны. Севастополь. Сапун-гора, Одесса. Видимо, из-за столь неудачных и кровопролитных попыток города-героя Харькову так и не дали звание города-героя. Ух ты!